Пиздец, падает опять нахуй. Нужна карточка. У меня чата нет, блядь. А вот чат. Алло. Чат вы видите? Открывайте, ловишь. Блин, что-то страшно. Открывай. Заходим. Давай, давай, там вперед. Давай, открывай дверь. Давай. Фу, что воняет, блядь. Блезда. Ой, там Халк. Ёб, ошалеть вы, конечно. Вы чё припёрлись, блядь? Ты что сделал? Вы чё припёрлись? Ты тварь! У тебя штанина в моче. Слушай, чё воняет, блядь? Блядь, реально. Ты чё, долбоёб, натворил? А чё вас так много? Халк, ты чё тут сделал? Ты сука. А чё вас так много, блядь? Ты сука! Ну что сейчас? Ты украл моё сердце, тварь! Нет, да и что? Мне позволено всё. Я тебе в спину. Можно картошку взять? Можно. Спасибо. Можно тоже? Да, бери, конечно. Можно тоже. А вот и нет. Ах ты тварь, блядь! Я такая скотина, если ты что. Ты сука! Разберись с ним железом. Дай, ну одну. Дайте посмотреть комнату. Тварь! Успей, одну. Одну можно, ладно. Я все-таки не кончу. Алло, толстяк. А чего вас так много? Алло, толстяк вонючий. Я нихуя, я с собой занимаюсь. Что так базарю, блядь? Давай. Нахуй ты это сделал, гандон? Я тебе в спину пернул. Что? Ты украл мое сердце. Потому что могу себе это позволить, посмотри на меня. Посмотри на себя. Еби его! Посмотри на них. Прав. Нахуя в кулю? Давайте по одному пошли себе. Может, нет, стой, может я въебу его? Да не надо. Нет, въеби ему, въеби! Въеби! Можно я въебу ему? Да. Охуенно вкусно вообще. Да, покажи. Ты что, у тебя уже, ты об этом только подумал, у тебя уже писюн потный, иди отсюда. Ты уверен, блядь? Конечно, конечно. Ты уверен? Я все вижу, ты слышишь? Добей его! А, что-то я не очень себя чувствую. Нихуя. Нет, ты тварь. Дай ему рот. А теперь есть закрой... ощущение, что я тварь. А теперь закройте глаза и слушайте звук. Я начинаю возбуждаться. Это фигня прием. Ёбаный Халк, блядь, ты поплатишься нахуй. Я действительно поплатился. Заткнись, ты умер нахуй. А где твое сердечко? Где мое сердце, надо искать. Где его сердце? Наверное, вот. Флэш, найди быстро сердце. Давайте, ищите, я пока поем. Угу. Да ты что сидишь? Ищи мой сердце. Хорошо. Жаль, что я умер. Так хотелось ГТРП. Так хотелось тектоник потанцевать. Ну давай, похуй. Надо реально искать сердце? Может, вы не бали? Бля, бро. Очень мягко реально. Я устал после этой тяжелой работы. Можно я поставлю? Да, да. Очень мягко. Ну мы так отвлекаемся после успешной миссии. А где сердце? А где успешная миссия? Вы сердце не нашли. О! Железный человек. Подожди. Почитай. Железный человек, ты думал, я так просто отдам тебе твое сердце? Конечно, нет. Тварь! Взял его с собой. А оставил в другом месте. Езжай туда и надень маску на глаза перед приездом на свою спутницу. А чё я тут при чём? Что ты делать будешь? Ну это его условия. Не, ну посогласись, что если он... Ну, ты тварь, блядь! Проснись и пойми, что ты тварь! Халк, ты мразь, реально. Ты гандон, блядь! Хули не взял сердце, блядь! Ну ладно, если так надо. Не, ясно. А Тор? Тор? Ты ваше окно. Координаты. Блядь, окей, понял. Что за координаты? Покажи. Вот. Знает. НГ. Что случилось? Пойдем вниз, мужики. Он уже умер. А что с Халком? У него предсмертный хрип. Что случилось? Халк погнали, заебал. Пойдем. Пойдем с нами. Не можно ли хуя? Ты стал нормальным или ты тот же долбоёб? Давай, вставай. Я очень быстро изменился, спасибо вам. Давай, погнали. Все нормально, он стал хорошим. Правда? Да. Тони Старк, давай. Пойдем. Нужно очень быстро спуститься вниз. Пойдем. Железный человек. А ты спустись. А зачем? Можно тогда этот глаза не завязывать? А что у меня на голове, блядь? Пока можно не завязывать. Пойдем. Халк, это твое? Все? Да, сейчас, возможно, интернет ляжет, ребят. К сожалению, долбоёб Флэш мне сказал, что в этом отеле ловит интернет нормально. Он меня обманул. Пойдем? А где карточка, кстати? А, а? А мы же не сможем лифт вызвать. Нужно быстрее. Сможем, там лифт не надо. А?
чуть-чуть газа дает. Не, у меня, я так понял, вот это ошибка какая-то. Работает? Все. Все, пошло дело. Что там были за координаты? Запомнил железный человек? Конечно. Ну, какие? С, Д, В, Ф, Г, Х, П, Г, П, 4, 1, 2, 3, 6, 7. Это сперма. Нормально, не укончает обычно в лицо. Это Халк, скорее всего, быстро. Ах ты сука. Блядь, вот почему ты задержался. Это Халк кончил. Как вы спалили? У тебя есть рядом салон? Пойдем поздравляемся. Пойдем. Он имел в виду ногти. А можно сделать ему маникюр? Можно. Покажи свои когти, тварь. Я как раз делал лодку недавно. У меня здесь... Вот, лодку? Лодку, да. У меня 4 занозы просто, и одна, и 2 да. Из них уже с этим, со солдняком. И они хламидиоз. Это тоже от лодки. Реально? Хламидиоз победил. Я тоже. Реально? Ну, он опять появился. А мы тебя победили, лох нахрен. Так я вообще на самом деле йог. А, ты реально все уже? Да. Не, на самом деле ты реально нормальный сел, без обид, что мы тебя отпиздили. Спасибо. Да не, нормально, так на самом деле порядочно для профилактики. Да, 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 я тоже так считаю. Так а что вот там нужно сделать? Что, что, нужны координаты, кто-то может вызвать этот? А то такси где? А где то? Я думал, оно наше. Бля, так кто, ёбаный Ник Фури, он вообще не заводится? Я сейчас. Здорово. 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 Дай бог, родные. Я иду принес. Привет. Реально? Давай, бро. Сейчас я маску одену. Смотри, вот так. Опа. О, блядь. Слышь? А, нужно переговорить. Дай телефон Бэтмену. Бэтмену. Бэтмен, держи. Держи. И пусть Дилара стримит. Да, Дилара, возьми. Сейчас мы будем фотографироваться. Ой, камеру протереть надо. А ну-ка, аккуратнее. О, поаккуратнее, пожалуйста. Конечно. Главное аккуратно. Спасибо. Давай. Спасибо. Пока. Давай, братуха. Ты крутой. Не кашляй. Какой-то. Кстати, 4 дня без энергетиков. Держусь. А без энергии? Да, без энергии. Хорошего Пока. Вечера. Тебе тоже. Давай. Пока. Давай, брат. А как вы такие координаты понимаете? Чего? Как вы такие координаты понимаете? Ну, это сверхразум. Это а? Выше, выше разум. Не а. Понять. Ну что? Ракурс красивый. У меня есть киндер. Реально? А Даша? Я реально могу сейчас супергерой. Да. Ну да, реально. Чат, он же похож, по-моему, да. Ну вот так. Все пишут, да. Да вот, держи. Это чудо. Он помял слово. А, ты не будешь? А киндербен, ты мне, ну, отдай мой один. Один мой. Короче, Флэш, я решил номер себе оставить, но Стёлочка сегодня туда заедет. Я не знаю, зачем искал. Ну ладно. Ты погуляй. А? Ты погуляй лучше. На
чего стоим? Я-то, естественно, погуляю, блядь, на хуями. Ну что? А нет такого ощущения, что Бэтмен похож на Яникса? На кого? На Яникса. Это есть Яникс. Снимай, брат. Янг, Яни. Да-да. Яникс. Последняя. Че, куда ты, Слав, едешь? Да? Как ты меня звал? Как ты назвал его? Тони Старк. Как ты меня звал? Тони Старк. Все нормально, он просто любит, когда душ во время секса. Тони Старк, куда ты едешь сейчас? Я еду... До дома вроде? На своей карете и дальше. Понял. Она по пути. Нас ждет последняя локация. Какая? Пацаны нас оставят в этом. А? Мы там будем вдвоем. А? Только я. И ты. Я. И ты. Я. И ты. На бумаге было написано, чтобы вы завязали глаза. Всему свое время. А чё, почему они оставят? А? Чтобы были я и ты, я и ты. Так надо, они сейчас... Вы сейчас заняты, правильно? Да. Нам нужно спасать мир. Вы сейчас заняты? Нам похуй. Я не понимаю. Блядь, долбоёбы. Нам нужно спасать, мужики. А, я очень сильно занят. Не, я не занят. Алло. Да. Но они еще приедут. Они позже подъедут. Вы же подъедете позже? Да, да, да. Да. Ну, нам я то... спасти вселенную. Я могу с вами ездить. Да, блядь, да, нам ты ебаный в рот. Да, не, не, да, вон он хочет как будто. Да, не, не, кто хочет? Я хочу. Да ты долбоёб, блядь. Какой? Иди нахуй отсюда. На рыбалку? Блядь, потом придешь. Потом. Да он сейчас, он опаздывает, говорит. Не, он сказал. Пока номер свободный, пойду быстро за девочкой слетаю. Лови, дурак. Лови, уже. Кто? Ты чего? Погнали с вами трое. Чуть не... А? С вами. Ну... Да? Пойдем Шрека смотреть. Погнали, погнали. Шрека и Капрофик. Пойдем по говно. Пойдем. Сейчас, пацаны. Все. Давай. Жду вас. Но позже. Принял. Отдельно, поняли? Да, пососемся. Потом пососемся. Давай, ёб, блядь. Я говорю, блядь. Они просто пухнут. Кушать бы круто было. Нет? Ну да. Супер, пиздец, ебал в дом. Ну он такой. Что ты делал? Ну у меня губы, блядь, что-то обветрились. Тебе дайте тут? Да, есть? Есть. Есть. А я сам. Они не будут с пацанами безопаснее? Потому что такие угроза там... миру. Они будут на прикрытии. Ой. Что такое? Аккуратно, я пробегал мимо. Блин, да, я даже заметил так. Я бегаю за девушкой, ничего не мешаю. Что, мы идем куда-то, блядь, я не понимаю. Что это? Для губ. Можешь накрасить мне губы? А можешь ничего не делать с ними? Ну, просто расслабить. Железный каблучок. Заткнись, Тор. Железная подстилка. За нами. Это нет, не наш. Отдай. А где мой? Отдай. Это мой увлажняющий, да? Через одну минуту. Где для когда тест? Какая? 12 часов с курьером поесть. Ну потом, когда-нибудь. Типа никто же такого не делал. 12 часов провести с курьером. Пацаны, провести им 12 часов. Быстро. Я быстро? Говорит, сиди, провести 12 часов с курьером. Ну что, едьте тогда уже. А? Покатит, нет? Да хуй узнает. Мне кажется, покатит. Если честно. Есть зажигалка? Ну может, пойдем тогда прямо сейчас отвиснем куда-то? Ну у меня сейчас уже слот кончается. Слотка? Слот. А, где работа кончается. Слотка кончается и погнали, а? Есть зажигалка? Не курю. Что? А вы поехали? А? Вы поехали, все? Просто... Не-не, я один. А вы такси вызвали? Какой такси? Так да, ты вывел корабль? Понял. Ну давай, едь тогда. Да не, брат, не обижайся, я шучу. Да ладно, не, шучу. Все нормально. Сорян, просто, брат. Ну вон, кстати, Ярик на YouTube такой снимает. Хочешь кино залететь? Кто это Ярик? Какой Ярик? Кто такой? Ой, извините, Капитан Америка снимает такой на YouTube. Капитан Америка. Капитан Америка. Я капитан не Америка. Обменяйте контакты просто и 12 часов проведете вместе. Да. Да, базар. Ну, это, кстати, давай. На самом деле, это капитан, а не лингус. Не, он жопой лежит только так. Не говорите так, парни. У меня нет телефона. Запиши ты, Рафа. Ты что делаешь? Он сказал, надо накладная. Ты что? Ты, блядь, нормальный стал. Второй раз не очень себя за сегодня чувствую. Пошел ты нахуй отсюда. Ладно, я... Ты что за сиську трогаешь? Он сказал потрогать. А если он сказал, вы потрогаете сиську? А?
Ну что? А? Можешь задрессироваться сразу? Флэш! Флэш! Где машина? Вот она едет. Вижу. Давай фоткаться, брат, и нам уезжать пора. Спасать мир. Мир сам себя не спасет. Да, да. Майбах? С моего телефона. BMW Майбах приехал. Можно с тобой? Спасибо. С моего телефона? Пойдем. Пойдем, все счастливо. Пока. Бустер, красава. Спасибо, брат. Я железный человек, если что. Не, это я на языке жестов. Давайте открою дверь. Слушай, как будто нет места. Хочешь на коленке сесть, Каня? Как будто есть. А, ну да. Нет. Нормально там нога? Нет, рук. Нормально. Блять. Ладно, похуй, не сдаемся. Добрый. Добрый. Вы просок? Ладно. Так, приблизительно. 16 минут нам. Пожелания как будут поиски? А, да в целом, какие пожелания? Доехать бы живыми, здоровыми, сами понимаете. То, что мир спас от Халка. Халк не такой агрессивный. Тут ему стояло сиськи мяло, это вообще пиздец. А что? Ну, в целом, ничего, да. Они же мужские сиськи. Ну, да, это же. Он сказал, прикольные, потрогай. Ну, да. Мне однажды так Черная Вдова тоже сказала, говорит. Нормальные буфера у меня, говорит. Я такой, ну а чего бы не помять тоже. Было дело. Сама понимаешь. Чего у нас только в щите не было? А? Чего у нас только в щите не было? В щите? Ну, щит. Что такое щит? Это наш штаб-квартира. А, кто там еще в щите? Ник Фьюри. Секретарша там, да? Секретарша. Не, ну она ничего. Она ничего? Да, она просто, она женат. А? Она женат. А. А вдова, типа, уже нет, получается. А? А Черная Вдова уже, типа, нет, получается. Ну, так она, ну, естественно, если она вдова. Ну, ладно. Я, короче, у меня есть такая тема, я как перед такими событиями волнуюсь. Какими? Ну, типа, спасание мира, там, и так далее. Ну, и мама меня всегда за руку брала, в целом. Черная Вдова брала? Ну, нет. Или да? Нет. Как будто да. Не, реально брала. Ну, это же нормально, типа, ну, по-дружески. Ну, по-дружески брала. А, ну все, у тебя же есть подруга, получается. Нет. Ну да, все. Нет. Ну да. Нет. Ну да. Нет. Все, дружить с Черной Вдовой. Нет. Да нет, ты лучше подруга. Ты реально топовая подруга. А ты типа просто подружка. А? Ну так, на разок ручку подержать, да? Не, ну ты типа прям лучшая подруга. Ну ты прелесть, у меня вообще до тебя. Нет, ты даже не подруга, то есть ты мой первый друг. Я вообще не верил, у меня дружба между мужчиной и женщиной. Ну ладно. Нифига. Ой, давайте я посмотрю, тут красиво. Так кадр смотрится. А ты куда отвернулся? Я не отвернулся. Почему? Там меня живот скрутило. Ты что ты так сидишь странно? Живот скрутило, говорю. Это картошка этого Халка, да? Да ебучая, бля, сам в ахуе. Ну я вот поела, ну, одну, вот какая-то странная была. Вот я три съел. Отравленная, может. Он, может, делает специально, он обманул, что? Да, может быть, такой цвет. Блин, вот он говнюк. Сказал, что исправился. Правда. Блин, тебя прям, ну, конкретно скрутили. Да, она сейчас скоро уже отпустит, еще минутка, я думаю. А, ну, это хорошо. Давай, пока лучше, давай, я тебя поснимаю. Так. Он сказал всю дорогу ехать с закрытыми глазами. Кто? Не-не, Халк, смотри, мы сейчас едем до моей кареты. Ну, до машины. Ага. До Феррари.
У меня Феррари. Я заметила. Да. А это Феррари. Ну, прикольно. Спасибо. Вот. Ну и после этого едем туда. Окей. И там надо уже будет завязать глаза тебе. Да? А сколько доехать? Минут 15. Ну, нам здесь чуть-чуть осталось. Оттуда еще 15 минут? Ну да, да, да. Ого. И что это за место? Ну, это место, где мое сердце. А, точно. Место, где мое сердечко расположено. Ой, Слава, смотри, что тут есть. У тебя есть такой BMW Mabus? Нет, такого нету. Почему? Не, ну в смысле, есть место, но конфетки. Можно конфетки брать? Да. Бери. Ты будешь? Или ты опять их со мной? Мне вообще говорили не брать конфетки у тетечек. Кого? Ну, у тетечек. Тетечек, это дядечек. А, это дядечек. Ну, тогда можно. Что там за конфеты? Асти. Анна? Просто Асти. Да. Все нормально, живот отпустил. А? Живот, говорю, отпустил. Вижу. Да. Как так? Что? Он, получается, украл твое сердце. Да, да. Спрятал его и врет тебе, что справился? Еще картошку подставляет, которую тебе живот крутит? Да. Так ты его за сиську трогал. А при чем тут это? Я подумал, что он исправился, и мы все дружим. Нет, я к тому, так что если он исправился, он бы не попросил бы потрогать его за сиську. А? Че? Я говорю, что если бы он исправился, он бы не попросил потрогать тебя за сиську. Ну, он сказал, одна настоящая, другая нет, вот потрогай, типа. Просто чтобы я сравнила сиськи. Часто ты так, ну, трогаешь? Как будто это нормально у друзей, нет? Потрогаешь сиську? А? Потрогаешь сиську? Все как будто нет. Ну, а я могу потрогать? Ну, нет. Ну, вы же друзья. Мне тоже нету. Ну, не сказал бы, конечно. Ну, ладно. Ну, а ты... Что? Потрогай, если хочешь. Как будто нету реально. Нет, у меня есть пиздец. Что? Что за... Ну, все, хватит. Не, у меня не настоящая одна. Другая настоящая. А, реально? Да, да. Потрогай. Это настоящий? Угу. А, это да? Чувствуешь? Ты имплант ставил? Да. Как Халк? Да. У него еще вот тут была дырка, ну, про какая-то непонятная штука, бессисечная, и он сказал, это для шкиди. Реально? Да, у тебя такая есть? У меня есть дырка, но в другом месте. А, тоже для шкиди? Ну, не совсем. Могу показать, если интересно. Давай. Ну, нормально, у меня дырка, что? Ну, ладно. Что-то сразу маленькое. Что, сердце у меня не работает? Так его же нету. Его же Халк украл. А, точно. Я хотел запустить сам процесс. Сам какой процесс? Ну, сердечный. Сердечный? Ну, просто странно, я долго не могу без сердца находиться. Блин, тебе... Ты нормально вообще себя чувствуешь? Да так себе, если честно. Может, тебе как-то, ну, помочь можно? Может, за ручку подержаться. За ручку? Ну, да. Это поможет? Ну, конечно. Поможешь? Ну, да. Чат, вот, ну, нормально, да, ведь, когда, ну, у друга с сердцем проблемы, и он просит за руку подержать, чтобы лучше стало, правильно? И пишет, да, держать. Ну, странно, я думаю, что, знаешь, мне, тоже меня померить, что такого не слышала. Не, так дело. Точно? Ну да. Ну ладно. Ну тебе пока еще плохо. Ну уже лучше, конечно. Плохо? Ну да, не плохо, но лучше уже. Ну что, оставь там что-то. А? Ну да, оставь, оставь. Оставь. Оставь, хорошо. Оставь, да. Да, живот начал скручивать. Блин, он плохой вообще человек на самом деле.
Может, скажешь ребятам, что да, его нужно наказать? Мы всем накажем. Накажете? Все вместе? Да. Ладно. Так, почему-то чат смеется. Даже смешно. Сало, что ты делаешь? Готовлюсь. К чему? К приезду. А что такое? Что с лицом? Ничего. А, тебе лучше стало? Конечно. Круто. Бля, ебать, мне лучше гораздо, бля. Костя, а я что вы пишете, бля? Тоже глупости пишу. Ну, до того, что улыбался. Я хотел бы подснять. Ну, не, мне очень хорошо. Ну, все, давай. Возможно, так работает. Это я еще даже сердце не нашел. Сейчас еще сердце найдем, еще раз ёбку. Да. Ну, уже гораздо лучше стало. Да. Еще водичка есть, хочешь? Да нет. Хочешь хрустить моим пальцем? Как? Дергай. Ой, нет, я боюсь такое. Не, дергай, дергай. Нет, я боюсь. Не, нормально, дергай. Мне кажется, этот, ну, выдернется. Нет, честно говоря. Дергай. Нет, нет. Дергай, дергай. Нет, не буду. Я тебе обещаю, все нормально будет, я не урву. Дергай. Не знаешь, что папа в детстве так же? Я так хотел про папу сказать. Реально? Я тоже так папа делал. И... Да. Дергай. Я не хочу, чтобы ты это делал. Точно? Я подумал. А что, не было? Ну как не было? Не всегда со звуком. Я шучу. Я считал, я, блядь, не такой вообще. Я джентльмен стал. Стал? Ты не был джентльменом? Я не был джентльменом. Когда? Ну так, стал джентльменом. Ну ладно. О, мы приезжаем, 3 минуты осталось. 3 минуты осталось? Да. Да, сейчас заберем машину обратно, надо, кстати, подняться в... Офис? Да. А что там? Там от всего ключи я забыл. А. Глаза. А что пишут глаза? Не, я не пукал, реально, в смысле. Глаза? Хочешь, можно. А ничем же не пахнет, да, в салоне? Не пахнет, правда. Я бы не стал пукать, я нормальный чел. Ну, если так, духами, а то... Ну, погоди, да-да-да, духами пахнет, конечно. Да-да. Я пшикла с духами. Ты пшикла, да? У тебя такой аромат. Можешь поближе понюхать? Ебалочку, сука. Можно еще? Вкусно? Очень вкусно. Настроение поднялось сразу. Запах такой игривый. Что значит запах игривый? Такой прикольный. Такой интересненький. Мне неловко. Мне ловко. Красивый вокзал, да? Опять он, кстати. Ну да. Ладно, нам нельзя отвлекаться. Не забывай, что у нас есть главная цель. Есть навигатор? Да. Он пригодится. Хорошо. Нельзя отвлекаться от главной цели на сегодня. От моего сердца, иначе я умру.
Я умру ровно в полночь. А как это получается, оно электрическое? Ну, конечно. А что оно мокрое? Оно мокрое? Ну, да. Ну, мы за руку подержались. Так работает у меня. Ну, смешно. Ты же водой облил. А? Ты же водой облил. Ну, да, водой облил. И что, сколько ты тебе с ним жить? С ним? Да. Ну, если сердце найдем, то я сегодня в полночь я умру. Когда ты? Надо же успеть? Полночь, да, естественно. А, в полночь? А сколько времени, подскажете? 10:09. Ну, нормально еще. Еще есть время. Еще нормально. Еще можем успеть. Да. Сейчас поднимемся в офис. Да. Мне надо срочно уезжать. Где моя машина? А, вот. Думал, спиздили подписчики. Слева, да? Да. Вот, ну, этот раз. Ну, перед шлагбаумом. Не, вот здесь вот, уже все. Вот. Заезжать не надо, да? Да. Это право слово. А, это право, да, перепутал. Все, спасибо вам большое. Один из самых... Не забывайте. Я открою. Хорошо. Такую возможность упускать, открыть дверь-то. Какой целую чат, блин. Ой, блядь. Не жди, глаза еще закрывать не. Ладно, ничего не говорить. Так, да. Давай. Всего доброго. До свидания. Все, пойдем. У нас еще есть время. Я не думаю, что он сильно его спрятал. Есть вариант, что офис закрылся. Очень тихо сейчас идти. Есть вариант, что офис закрылся. Хорошо. Ты играла как достать соседа? Да. Очень тихо. Идет австрий. А вы что здесь? Так, пиши. Дорогой Супермен, пошел нахуй, Супермен. Заходи. Чего вы пришли? Мы остановили Халка. И? Он припрятал сердце. И? А где сам придурок этот, зеленый? Он сказал, что он стал нормальным, и я дальше пошел гулять. Он не может быть нормальным. Он наврал? Конечно. Блядь. Он сейчас хочет потрогать. Ты, кстати, кое-что здесь забыл. Да. Это ж ты забыл. Твои. Да нет, это типа тебе. А, да? Да. Вообще, это тебе было. А, реально? Да. А, блядь, это мне, да. Да, твои. Все, да. Угу. А ключи? А ты их забывал здесь. Вот это новость. Ой. Забирали. Реально? Да, забирали. Забирали? Забирали? Не, я, ну, не забирала. Я исчезаю. Да куда он делся? Все пацаны исчезли. Слушай, звучит небезопасно куда-то ехать, куда сказал Палка. Ну, надо ехать. Забудь про Феррари. Я говорю, едь. Да, все. А, это... Давай, пойдем вперед. Все, пока. А куда? Ай, точно, координаты мы знаем. Все, до свидания. А где ключи? Может, у тебя где-то? Да. Потрогай. Да ладно. Так, пойдем. Проверь карманы. Нет карманов, в том-то и дело. А куда ты мог деть? Я, походу, выпалил в этом автобусе. Пиздец, да. Я забыл, как зовут моего помощника. Да нет. А. Типа я железный человек. А. Как его? Ты. Джарми. Блять, как его? А, Джарвис. Да, точнее, забыл, я просто буду. А что делать?
Джарвис, ты можешь написать срочно в такси, что я ключи от Феррари проебал? А что делать? Что? Сейчас у тебя есть деньги? Да. А? Да. Ну, заказывай такси, чего? Много? Что много? Такси заказать? Нет, много такси не надо заказывать, просто одно такси. Я имею в виду много денег. Достаточно. Здесь не было, Я же не знаю. Точно, ты же не знаешь. Я не понимала, что супер способный язык. Такой-то челик. Едем. А тут такой серьезный. Очень серьезный. Это правда. Почему чат пишется на них? Ну, не, вообще обычно чат слушать надо, конечно. Ну, если не всегда, конечно. Еще сколько? 2 минуты? Че, давай. А что ты не показываешь? А мне мой телефон. Че ты мой телефон не показываешь? Ну, пока, подожди. 2 минуты, реально? Да. А Джарвис, ты на стриме, ты меня слышал? Джарвис, прием. Ты, блядь, а если придут другие, ну, такси закажут и заберут просто? Ключи на столе остались. Может, кто, блядь? Давай проверим, держи. Надеюсь, нет, ничем там не это. То я могу, как бы, не вовремя зайти. Давай, блядь. Ёбаный щит, блядь. На камерах сэкономили. Сколько можно, господи? Извиняюсь. Что опять? Что? Сюда можешь зайти? Нет. Правда, нет? Там ничего нет. Ты главный инвестор счета. Ключей нет. Ключей нет. Нет. Я понял. Я же говорил, что вы команда. Блять, я приеба. Ну, вы правы, Ник Фьюри. Теперь мне еще придется и за машину платить. Да. Видишь, я уже босиком хожу. Да. Последние ботинки с меня сняли. Точно нет, да? Ну нет, блядь. Пиздец, я ебанат. Замекемочка хорошая. Блядь, а как я ж попаду, у меня паспорт-то там, блядь. Может, разбить стекло на Феррари? Сколько он стоит? Не надо? А ты что, там что-то оставил? Все вообще в Феррари. И ключи? А ключи нет, они в автобусе, в такси выпали. Маршрутки. А может, ребята забрали? Нет. Таксисты. Блядь. Ладно, сейчас еще решим. Сейчас я инвестора еще потревожу. Инвестор! Я могу вас попросить связаться с Джарвисом? Свяжусь. Для чего? Нужно уточнить, где спросить, не остались ли в такси мои ключи. Сейчас сделаем. Давай. Нет. Блядь, ебать, я долбоёб. Ник Фьюри, блядь. Все, извините, больше не трожу. Все, я покидаю офис на сегодня. Привет. Ты тут? Ну да, ты тут. Странный вопрос. А, тут такая ситуация. Ну, пойдем пока. Отмени? Не-не-не, нормально, пусть будет. Джарвис, ответь, если ты в чате. В отеле на столе? Это точно? Типа, вы прям видели, что я их оставил там? А, блядь, пишут в натуре. Может, просто стекло разбить? А, так я же не смогу машину завести. А, нет, блядь. Окей, пойдем. До свидания. Мы же от него прятали. Он нас заметил, судя по всему. А когда заметил, он уже делает вид, что похуй. Так и запланировал. Так, сейчас, секунду. Давайте открою дверь тебе. Давай. А ты можешь связаться с кем-то, кроме Халка, потому что ты его за сиську трогал?
Ну что, ну... Ну, я ни с кем не могу связаться. Не пиши ему. Да я свяжусь с тобой. Ладно. Блин, у тебя же нет номера. Разблокируй телефон. А, все нормально, ничего. Все. Пиздец. Ты хочешь спать? Не. Ну все. Что? Я не смотрю куда. Ну все там. Флэш. Где флэш? Блядь, надо было брать с нами кого-то из флэша. Так он хотел же... Джарвис, ты в чате? Джарвис, есть в чате? Джарвис, это тип Матвей 060. Ты в чате? Он в чате, он что-то пишет? Ладно, поехали, будем надеяться. Тут там просто есть нюанс, как бы, хуй с этими ключами. Какой? А вот паспорт мне нужен, конечно. А? Там у меня паспорт в машине. Блин. А хуйня для глаз где? Я тоже забыл ее. Какая для глаз? Ну-ка, ты... Не-не, у меня в сумке. Вкусно так пахнет. Спасибо, ты я рвала лично. А? Да. Тоже вкусно пахнет. Очень вкусно. Вот эти особенные. А? Это что? Что еще раз? Вот эти, говорю, особенные. Вот эти белые? Да. Да. Это правда. Флэш в чате. Флэш, ты тут? Флэш. Есть в номере ключи от сферы? Флэш. Проверь стол. Блять, я не вижу чат, он слишком быстро идет. Все, я зап... 805, все, да? Все, я должен подъехать. Да, 805. Флэш есть? Нет? Бля, как же неудобно, когда в костюме нет кармана. У меня есть сумка, можно туда класть. Не, а все, уже нечего класть, я уже все проебал. А. Да, я проключил все. Блядь. Флэш, ты в чате? Инвестор, есть новости? Мне удалось связаться с Джервисом. А? Сейчас привезут ключи. Реально? И паспорт. Через сколько? Едут сюда уже. Ожидайте. Сколько примерно? Не знаю, неизвестно, не сообщили. Секретная информация. Серьезно? Ждите, ожидайте здесь. Никуда так, не уезжайте. Такси отменяется, да? Давай, отменяется. Точно, это точно, да, ключи? Это точная информация. Пойдем наверх тогда. Джарвис сообщит? Сообщит. Спасибо. Ура, наверх. Пойдем тогда, пойдем. А? Материал, вот эта подложка, бомба. Да, они крутые. Да. Подложка только что меня защитила. От чего? А я выебалась с плечом. А, реально? Да. А ты бы не повредилась, ты сильно. Ты сильная девушка, сразу видно. 20 минут. Нихуя себе, блядь. О, а мне понравилась секретарша, я бы с ней подружилась. Ну давай, можем пообщаться с ней. А 20 минут или чуть быстрее, может? А пойдем, может, с секретаршей, с ней по фьюре перекусим кого-то? О, да. Как раз, я думаю, ну так чуть-чуть, легко, знаешь. Да, легко. Я просто непривычно, у меня обычно сигарет в карманы. А тут я чуть растерялся и ключи проебал, приколись. Ну ничего, у нас есть время. Это правда. Главное, у нас еще очень много времени впереди, до старости. Ну, главное успеть, а то до полуночи, то сердечко остановится. Ой, устал. Сейчас, не сканируйся. Нет, он меня не узнает. Может, очки снимешь? Не, я в очках тогда делал. Меня что, уволил? Да этот план меня уволил, блядь. Сними очки. Стой. А закрой рот, может быть. Кто говорил? Ну, шутка, шутка. Может, постучи, просто не открой. Блядь, меня не узнает, это глаз. Ну, все, спухим. Хорошо, давай, пусть. Тебе так идут эти цветы? Да? Да, ты такая, они, да, они такие летние, ты такая летняя, красивая. Спасибо. Чем они там занимаются, блин? Я свои дома давно. О, здравствуйте. Можешь?
Да. Знаешь, у меня нету столько слов сегодня, что сколько ты? Я тебя вижу. Ну, есть и хорошие новости. Какие? Ключи нашлись. Да? Да. Где-где? В маршрутке? Да. Да, сейчас привезут. Отличный голос. Кто за столом сидит? Расскажите о себе чуть-чуть. Это секретаршка. Ты ее так не называй, она тебя может ударить. Я знаю, естественно, секретарша счета. У меня глаза увеличены. Да. Почему у тебя должны были глаза быть увеличены? А. Сейчас важная работа идет, вы меня отвлекаете просто-напросто. А чего занимаетесь? Она смотрит черный экран ноутбука. Ну, кстати, черный экран сам себя не посмотрит. Да. Надо понимать. Нет, Юрий, я смотрю, вам полегче достало. Что-то вы себе плеснули в стаканчик. Это? Что это? Вода. А что это? Почему он черный? Это отключали горячее, потом вернули, да? Да. Вот теперь такая вода. Из крана желтая пошла. Вот такая вода идет у нас. Понял, понял. Какой офис, такая вода. А я смотрю, Анастасия, вы проиграли. Для того, чтобы работать, в дурачка ебашите, да? Ну что вы. Может, тогда пойдем все и перекусим? Она раскладывает это. Мне. На судьбу. Да? Да. И что там? Нормально все. Пойдем, может, перекусим, пока мы ждем. Нам еще минут 15 точно. Куда? Да вниз. Ну, пойдем. Пойдем. Сейчас допью. Давай. Красивые цветочки, да? Да. Ой, вообще. Бомба, блин. Так, так пойдем. А? Так пойдем? Да пойдем так. Блин, сам Ник Фьюри, что ты понял, Ник Фьюри вообще никак не выходит. А, вау. Это прям, это круто. Да, да, да. Спасибо, босс, что вышли с нами. Не за что. 150 долларов. Да без проблем. Своего счета. Две мои зарплаты, блин. И три зарплаты Халка. Это правда. Этот долбоеб до сих пор не понял, что он может попросить повышение. На то он и долбоеб, чтобы не понимал. Я таких только набираю. Работаю за еду. А всегда было интересно, Ник, что у вас под глазом? Под глазом? Ну, под этой наглазницей. Что это? Только что осторожнее. 85%. Глаз второй. А, ну, лично. В целом, в принципе, так обычно все и делают. Да. Ботиночки, бля, офигенно. Да и у меня не промах. Да вообще сейчас. Я еще по совместительству с Томом Мерлином Мэнсоном играю на басу. Хорошо, что на басу, а не на чем другом. То, знаете, у Мерлина Мэнсона и флейта неплохая. Это факт. Инвестор твой. Сейчас прошу инвестора. Инвестор разбирается. Инвестор, а где можно перекусить? У вас 15 минут, нет времени перекусить. 15 минут? Максимум. Ну хотя бы водички, может, своим возьмем. Я принесу. Нихуя себе. Серьезный. Ну, инвестор. Угу. Он все-таки инвестировал в щит. Это так сказать. Ну что вообще? Нормально я? Да, да. Одолел, да? Хорош. Спасибо. Хорош, я не понимаю, мне нужно бы вылезти. Бро, я на задании сейчас. Хорошего вечера. Я не понимаю, мне надеюсь, нужно вываливаться из роли сейчас или оставаться... Какой роли, в смысле? Я просто в голове играю. А. Угу. Театр одного актера. Я думал, роли на руке. А это другое. Боже, как она мне мешает. Смотри, как дела раздружилась с секретаршей. Что-то они там обсуждают. Меня, надеюсь. Ник, я надеюсь, они меня обсуждают. Конечно, тебя тоже. Думаешь? Только это меня. У тебя большой опыт. Скажи. Они будут меня обсуждать. Да. Я нормально все делал. Да. Только ключи проебывать не надо было. Это пиздец полный, я сам в ахуе, это я по сценарию. Я Ох, знаю. Я сам знаю. Все знают. Да. Потому что я поэтому мне двойной гонорар. Хорошо, да. Я сейчас полностью импровизирую. А, реально? Да, вообще. А ты видел стрим и знал, что мы обратно едем? Конечно. Она меня за ручку взяла. О-о-о. Это достижение. Спасибо, Ник. Можешь сам заниматься всем, без меня. Ну, правда, еще Равшан мне дрочил три раза. Ну, ты можешь открывать свою контору супергероев. Я даже не знаю, что круче. Это вы так стали владельцем конторы супергероев? Да. Инвестор, могу просить открыть? Равшан мне три раза. Сдернул, да? Сдернул, за секунду. Он очень быстро вот так делал. Ну, вот. Ой. Дай попить. Был бы я флешем, я бы тебя отблагодарил так. Уже. Флэш только что сделал. А, реально? Он только что был? За тебя. А, нихуя себе, даже не заметил.
Раз. Затем. Все, теперь нормально. Выпал. Мне никто даже не заметил, так что. Ой, ну расскажи, что за них, Юрий, вообще, что у вас в жизни происходит сейчас? Да, на бабки вы меня кинули. Большой корабль купить не могу себе. Угу. Этот не дает мне 10 миллионов на большой корабль. Вопрос времени. Угу. А у меня его не так много уже. Он вначале мне не давал, потом да? взял в рот, блин. Ты говоришь, это еще тут пеликан, блин, посмотри на мой рот. Да я знаю. Сфокусируйся. Хочешь, чтобы я совсем прекратил финансирование? Это что, железный человек? Можно с тобой сфоткаться? Мы на стриме, мы не фоткаемся. Блядь, да. Пиздец. Да, на стримах не фоткаются. Почему так? Ну, такое правило. Я железный человек, сам понимаешь. Да. Железный человек, как можно железным человеком не сфоткаться? Ну, извини меня. Плюс вайб. Вроде много, Павел. У меня уже есть подруга. Ну, у меня тоже. Ну вот. Вот и вот. Мозоли, видишь, какие? Я, кстати, тоже с ней дружу. Ну вот. Нормальная такая, только шершавая, сука. У меня вся головка после нее, бля, покрылась еще и... Знаешь, приемчик один? А? Отсиживаешь. Незнакомка, это я рассказывал. Нет, это вообще в фильме одном рассказали. Реально? Да. Евротур, по-моему, называется. Привет, а мы не фоткаемся, мы стримим, да. Ну, ты можешь кому хочешь привет передать, если хочешь. Ну, привет всем. Маме, папе. Маме, папе, да. А эти где все остальные? У меня уже есть подруга, я не фоткаюсь с девочкой. У меня новое правило на стриме. Нет ничего хуже ожидания. Дай это погромче скажу, чтобы на ее реакцию посмотреть. Нет ничего хуже ожидания. Цитата Ник Фьюри. Нет ничего хуже ожидания. Нет ничего хуже ожидания. Ты пытаешься с разной интонацией говорить? Нет ничего хуже ожидания. Нет ничего хуже ожидания. Это уже угрожающе звучит. Глаз спасил. Я просто ее часто. Глаз спасил. Реально? Да. А нахуй ты ее ночь? Ну, ты же не к Юре. Да, говорят. Кстати, на самом деле так серьезнее. Да, серьезнее. А. О, все. Все, поехали. Ник Фьюри, держите это вам, допейте. Спасибо. Я знаю, что вы мало пьете. Всем пока. До свидания. Все. Удачной операции. Все, до свидания. В смысле операции, ей надо аппендицит удалить? Да. Шутка да. Хорошая, ладно, извините. Такая себе. Да, согласен, неприятно было. Все. Да. До свидания, Ник Фьюри. До свидания, Анастейш. Все, простите, пожалуйста, замотался на задании. Самое забавное, что паспорт не мой, одну секунду, дайте я проверю, это наш хотя бы. Открой, посмотри, чей это паспорт. Нет, не наш. А, подожди, Дилблин, блядь. Ёб твою, блядь, он как выглядит, как младенец, нахуй. Ты посмотри. Все, наш. А передашь ему? Да. А, давай Диларе, да, Диларе, закинь сумку. Бать, у него фотка на паспорте, ему куда 2 года, нахуй. Можно смотреть? Смотри, конечно. Ой, там еще документы. Да, там еще 50 рублей, их лично. Тут еще не было, 50 рублей оставь. А 100 рублей, забирай 100, похуй. Скажем за возврат, типа чел взял, такси все оставил. Ой. Смотри. Ты чего мы его с собой не взяли? Он же тоже хотел. Его блина? Да. Ёпта, мне всю малину бы обломал. Малину? Ну, точнее, всю операцию, блядь. По спасению мира. Все нормально. У меня аж 2 цветочков сегодня. Да. Ну, первый покруче, конечно. Ну, первый прям не смертный. А ты пить-то хочешь? Я хочу. Я просто не все проглотил еще с последнего глотка. Ну что? Что? Я думал, мало ли. Не получилось, ну ладно. Пишут глаза. Что у них глаза? Штатив. Закрыть. А, не, еще рано. Пусть пока кайфует. Через 2 минуты закрою.
Выключите. Не бери, скажите на задание. Хорошо. Или возьми, скажите на задание, но только не отвлекайся. Остался последний шаг, финальный. До свидания, Ник Фьюри! Мы мстители! Мстители! Пошел нахуй, Ник Фьюри, я так скажу. Чел нормальный, но когда его, блядь, перекроет, конечно. Аня, я сегодня на задании, прости, пожалуйста. А разошь мне интернет? Да. Спасибо. Ты добрый очень. Последний раз, кто мне раздал интернет, это была мама. Да мне не жалко. Больше никто мне не ответил взаимностью. Я... Нас всех в баню. Нас всех в баню зовет? Не вас, а ну, меня там, девчонок. Ну, короче, ладно. Я сказала, что на задание. Ну, если хочешь, я тоже могу. Тебе надо вышить еще вначале, сердце. А, точно, блядь, мне вообще нельзя сердце в баню. Да. Ну, так-то, если что, я в баньку всегда готов. Сколько времени осталось? С тобой. Мы успеем вообще тебя спасти? Можем конечно, успеем. 21:15. А ты раздала интернет? Да, я раздала интернет. И что-то не находит тебя? Не помню. Какой я говорю, осталось последнее задание. Бля, везде странная вывеска, конечно. Где? Правда? Угу. Почему? Блин, у меня от этого, вот этого очень сильно глаза слезятся. Вот это за то, что дует? Она горячая. А что странного в этой вывеске? Типа, правда написано, просто улица правда. Типа, они что, не пиздят, блядь? Да. Получилось с интернетом? Да. Типа где-то она напротив улицы ложь, да? На ней наоборот себе пиздят, да, типа? Это что? У меня, кстати, есть моя улица. Да? Какая? Леонтьевский переулок. Реально? Да, на Пушкинской. Ого. Ебать, я долго это название выбивался. Это похоже на этот плащ этого Супермена. Да. А сможешь его так поднять и опустить, и ты не исчезнуть? Нихуя себе. А где ты? Вот а, бля, нихуя. Да. Ебать, я даже не заметил. А почему у меня этот флеш булил, блядь, что у меня без суперспособности его? Нихуя ты. Тебе что? Спасибо, чат. У тебя все-таки были какие-то суперспособности скрытые, да? Тебе не холодно? Нет. Тогда кайфую. Хочешь музычку навалить? Да. Ну-ка ты навали. А, у меня нет. А, ну ладно, есть. Ты же не развал интернет. А че, блядь, как в фильмах вот так развиваться, она не будет на ветру? Надо разогнаться. Для этого когда машина на месте стоит тяжело. А, ну вообще не будет, его надо поднять выше. Выше вот этой штуки. Какой? Вот это. Крыша. Да, да. А можно музыку слушать на Твиче? Где? Да, да. А сколько ехать? 7 часов. Нет, Казань. Да, это шутка. Так, сейчас. А где, блядь, я просто телефон не пользуюсь, где я музыку слушаю? Можно показать? Да. Ну все, уже не звони. Там упала звезда, там светила луна.
ночами, бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизировались, наша песенка на вес. Я хочу изучать тебя, тогда я, ты красивая самая. Я подмигну, и мы валим вместе на дому, залипаем. Мы не прогадали всем средним. Говорят, что музыка, ну, когда рандомную музыку включаешь, типа, на проигрывателе, типа, трек, который включается, он означает настроение. Сейчас включился рандомно. Небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты, в жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты, эти белые цветы, я люблю тебя на слезы.
срет носом. Он срет носом? Да, он просто срет носом, то есть это, в принципе, вся его способность. Странная способность. Да? А как они там с помощью нее спасают мир? Ну, может насрать на злодея. Носом? Да, может насрать носом на злодея. Ну, тебе было приятно, если тебя насрали типа еще и носом. Да, это ужасно. В этом мало кайфа, я тебе так скажу. Когда в тебя срут носом. Ну, просто однажды на меня насрал носом. Я... А он тебе за что? Я не знаю, он просто сморкнулся. На самом деле, я знаю, что он посрал. Но он сказал, что он сморкнулся. Так. Да. Ну что, давай я тебе глаза завяжу. А? Ну, ты можешь... Нет. Стой, эта штука падала на пол. Падла? Да. Нет, она не падла. Эта штука падла. Эта штука падла, блядь. Ёбаная. Ну, она падла на пол. Если это задание нужно, мне не страшно. А, не-не. Что если? Если это нужно для задания, но как хочу, чтобы ты жил, чтобы там вернули сердце, если нужно, я могу сказать ей. Спасибо, я очень ценю это. Пуль чат не двигается. А битрейт есть? У кого? Тебя. Не знаю. Какой-то район, блядь, радиоактивный. Он двигается? Нет. А, вот, все. Я люблю тебя до слез. Ну что? Что я хотел сказать? Возьми, если там есть что-то сзади, можешь взять. Там моя футболка, кстати. Можешь футболку возьми взять. Она не воняет потом, ну, так. Ну, короче, проверь просто, на всякий случай. Просто уже пора завязывать. Мне кажется, эти проще связать. Но она падла на пол, я тебя предупреждал. Ну, слава. Я просто не мог, ну, скрыть, ты понимаешь, от тебя. Ничего страшного. Ну, давай я завяжу. Завяжь сама, так, чтобы не было видно ничего. Вы супергерои со своими суперспособностями. Ага. Некоторые даже могут срать носом. Ну, срать носом. Нету суперспособности. У тебя есть суперспособность. Какая? Ты супер крутой друг. Это считается суперспособностью? Конечно. Как это еще по-другому назвать? Только суперспособность. Встретишь нас? Просто посильнее завязать ее.
Если кровь перестанет поступать в голову, я это пойму. Поймешь? Ну, конечно, у меня же есть система, которая проверяет состояние организма. В очках. О. Ну, в очке, точнее, есть. Все. Нормально? Да, лучше. Хорошо. Наушники AirPods. Да. Послушай музыку. Чтобы ничего не слышать. Сейчас я их на ощупь так-то найду. Чтобы ничего не слышать. Может быть, ну, если я не вижу, как бы, ну, ничего не буду слышать. Я не нужна на этом задании. Нет, не нужна. До поры до времени. Просто, понимаешь, обычных людей может поразить то, что там. А, я обычная, все-таки не супергерой, да? Нет, это не обычный. Ты сказал, но ты не супергерой. Не, нет, это правда необычный. Там Suffer Bitch. Ну, там или какой-нибудь другой, я не знаю. Или я люблю тебя до слез. Или арабская ночь. Короче, что-нибудь там, то, что пока. Кстати, я даже так тебя не слышу. Реально? Ну, лучше. Слышу, не так очень. Если что, я тебя полностью вести буду просто. Ты можешь идти, то есть, типа, ты не спотнешься, ничего. Ой-ой-ой. В этом плане можешь вообще не волноваться. Так, я закручусь. Включила? Понял, включила. Ты не слышишь меня? Сейчас все. Не-не, нормально, можешь не стопать, нормально, оставь. Батя мужик чат, да? Это правда. Локацию в Телеграм. Прямо сейчас, куда мне надо приехать. Ты чё?
Джарвис, Джарвис, прием. Скинь локацию. Джарвис, Джарвис. Джарвис, привет. Привет. Привет, блядь. Я долбоёб, да, знаю. Джарвис, прием, Джарвис. Раз, раз, раз. Как слышно меня, Джарвис? Как слышно меня, прием? Ёбаный рот, блядь. Я не залогинен ещё. Джарвис, прием. Как слышно, Джарвис? Ответь мне. Практически, практически приехали. Тебя слышишь? Я не буду, наверное, да, наушники снимать. Где твой телефон? Что ты делаешь? Блять, а где у него музыка-то играет? Где твой телефон? Что ты делаешь? Где твой телефон? А? Я говорю, где твой телефон? Что? Где твой телефон? А, вот тут. Надо музыку на паузу поставить. Ну там нет музыки, а где она? А, вот она, не знаю. Пока не надо. А пока не надо музыку? Да, да, да. Тебя слышно такое чуть-чуть? Да, слышу, но просто плохо. Все супер. Мне страшно. Не, не бойся. А что, если это какая-то западня халк? Блять, возможно. Реально? Да, возможно. Джарвис, прием, как слышно? Я в ахуе, Джарвис, блядь, здесь никогда не был. Джарвис, прием, как слышно меня? И отпиши, идет ли стрим, я не понимаю нихуя. Ой, блядь. Так, 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 так. Мне сейчас максимальное напряжение в теле. Не, все нормально, все, поверь. Мне можно довериться. Все под контролем. Что по ощущениям? Как будто мы останавливались, проехали по шлагбауму. Да? Ну, по шлагбауму мы не проехали, его открыли. А, ну здесь это был светофор какой-то. Не-не, мы просто, я просто стоял. Я смотрел навигатор. Джарвис, приколись. У меня, кстати, чат завис нахуй. Сука, бесит весь интерфейс. Куш конченое приложение, займитесь им, гандоны. Самый нужный момент подвело. Интернет? Не, интернет нормально, а само приложение просто зависло. Ну, типа, вот это визуально. Так, ну сюда вроде. Да. Так, ты же не смотришь, да? Как-то очень плохо. Все, мы практически приехали. Thank you.
Джарвис топает. Услышишь звуки вот такие? А, ты не слышишь, наверное, да? Нет. Такие. Нет, не слышал. Только тебя слышу такие звуки. Так, все, крышу закрываю сейчас, осторожно. Сыром, блядь, это плохой знак. Ёбаный хал, он знает мои слабые места. Ёбаный сыр, нахуй. Так, сейчас. Так. Сейчас я за тобой приду. Иди доставай. Джарвис, кого доставай? Человека. Джарвис, все под контролем? Все под контролем. Все работает как должно? Да. Джарвис, могу попросить тебя залогиниться в свой Twitch? На моем iPhone? Я могу. Мне просто чат откипнул, понял, зависло все, нахуй. Пожалуйста. Давай. Там нужен код будет. А? Давай ручку. А, давай снимем. У меня только она сейчас упадет. Вот кто? Кто упадет? Стой, стой. Повязку. Это плохо. А? Это плохо. Сейчас, подожди. Давайте я завяжу. Сейчас, сек. Все, все, подожди. Пусть она не падает. Держи. Повернись ко мне теперь боком. Это просто как-то странно ее завязал, если честно. А, нет. А вот так нормально? Больно? А это до сих пор больно? Давай еще раз так делаю, просто еще. Вот там чуть-чуть волос. Ой, блядь. Извиняюсь, извиняюсь. Так нормально? Она просто так тоже развяжется. Ну давай, если будет падать, скажешь, просто глаза закрывай. Давай ручку. А, ну да, да, лучше. Давай в AirPods. Давай, давай. Можно посмотреть? Не, нельзя. Сейчас, подожди. Суть не закрывай. О, только блядь. Дверь. Это дверь, не закрывай. Можешь просто стоять, не двигаться. Так. Ага, теперь осторожнее. Вот, отойди чуть, шаг назад прям. Джарвис, возьми ключ. Ты логинишься? Прям секунду дела. Все, пойдем. Можешь просто идти вот так вперед вообще, не это. Не бойся, не бойся. Да потому, ну это нормально, это по-дружески. Просто прямо. Там не будет ни горков. Не, я тебе скажу, если какая-то хуйня будет. Хорошо. Я же железный человек, блин. Зачем так поступил? Блядь, страшно. Не бойся. Я не вижу, но вижу, что типа меняется свет. А ты сумку не взял? А? Сумку взял? Да. А долго идти? Часа три где-то. Ну, это на самом деле один марафон, просто по пешему ходу привел. А. Жарено сделай X1, чтобы качество было лучше. Жарюсь, точнее, извини. Если честно, мне страшно. Реально страшно? Да. Да не бойся. Я просто хотел, чтобы ты типа с парашюта спрыгнул. Я давно хотел. Все хотят прыгать с парашюта. Тем более, ну, неожиданный момент. А почему? Что хотел ты и что загадал Халк?
Да я пошутил, блядь. Очевидно, что это Халк придумался. А тут вокруг ничего нету? Не-не-не, если какая-то хуйня будет, я скажу. Нормально, ты мышь, просто сбегаю. А что, не предупреждаешь? Да, ничего нет. А, в смысле, типа, ну? Какая только у меня. Сейчас, давай. Сейчас. Давай. Там порог, наверное, не знаю, что. Есть порог? Заходи прям. Сделал. Ты лучше. Так, давай не так быстро. А? Давай, заходи, заходи. Да опять не видишь. А, это маленький же прям, ты же шагаешь. Давай, давай. А тебя это зашли в минуток? Не знаю, ну ты... Эй! Нет, я скажу кого. А что кричишь? Просто проверил, все мы внутри или нет. Я же тоже грязными глазами вижу. Да? Конечно. Блин. Он писал, что надо только мне завязать, почему? Ну все нормально, давай только вперед. Ой, он? Да. Нормально. А можно наушники снять? А что снимешь вместе с поездкой? Ой, еще хуже. Ну да, заходи. Как его? А долго? А долго еще? Сейчас, секунду. Прямо секунду. А, сейчас, надо, держи меня. Что делать? Я ничего не слышу, что ли. Слав? Бля. Сейчас он подойдет. Ой, все, можешь снимать. Ой-ой-ой. Снимать? Да. А? О, блин. Железный человек! Просто я подумал, что надо похавать. Чуть-чуть сесть. О, что там? Там, ну, так, не знаю. Че, садись. Здрасте. Здравствуйте, пожалуйста. Да. Я профессионал в этом. Я железный человек. Куда ты работаешь? Вот сюда? Ой, давай лучше туда сядь. Туда, на то место. Давай.
просто похавать. Не знаю, это надо. Не знаю, стадион сам сделал. Тогда позвольте начнем с ужина. Для вас салат потом. Да. Сейчас. Это нахуй не нужно, понимаешь? Не надо? Вообще нет, конечно. Пару слов. Я в ахуе. Это ты делал? Нет, ты дизайнер. Дизайнер? Что с дизайнером? Ну что? Как дела? Дела? Да? У меня хорошо. Точно? У тебя? Да тоже нормально. Что-то просто проголодался, пиздец. Вот решил прикольное местечко это придумать. Какие-то долбоёбы, блядь, вот такой хуйня. Да, ну, спасибо. Да, нахуй надо нахуярить кого-то. Да, ла ла. Уей. Это мои братья, если что. Тоже? Да, я испанец. Вау. Да, на самом деле. Ну, Тони Старк. Попробуй, это просто по-русски. А? Попробуй салат? А, да не, нахуй. Я, пожалуй, сейчас приду. Это мне, это мой алкоголь. Можешь пока постримить, если хочешь. Да. Держи. А, ну, все зависло, нахуй. Ну, я тебе свой чат оставлю. Хочу чат. А? Да, хочу. Вот, держи чат. Там зависло, потому что это мечеть. Thank you.
Я почитала чат. Ну, ждем славу тогда, чё, блядь? Так, мы, получается, пришли открытый стадион. Пускай сердечко, которое все спрятало. Ну и если сердечко украл металл. А как дела? Супер, отлично выглядишь сегодня. Спасибо, ты тоже. Почему? Ань, ты что, одна сидишь? Да я пришла вроде с железным человеком. Он куда-то делся. С кем? Ну вот он, лицо его на экране. Ясно. Давай тогда выпьем за вас, за нас. За нас, за вас? Да. Ты не знаешь, куда вошел? Ну... Хорошая атмосфера, да? Можно выпить. А почему все-таки, ну, одна сидишь? Мы пришли вдвоем. Что, сейчас придумаем? Что мы? Что славы? Я просто подошел, потому что тут одна сидишь за столом, тут оркестр играет, ты просто вот сидишь. Ну да, это странно, оставили меня. Ну да, мне некрасиво получилось. Разве мужчина может просто свою прекрасную даму оставить одну? Как это? Не понимаю. Ой. Не понял нахуй. Ты кто? Это чё? Аня. А, тогда понял. Так, блядь. А, да, точно, сердечко. А где после... Джарвис! А где последняя записка? Стадион снял? Я? Нет, это все Халк. А вот это пока что тоже Халк? А? Вот это тоже Халк? Да, Халк сказал, что так будет страшнее вам, если будет играть музыка. А вот это? А? Ну, это Халк меня оставил, он говорит, вернемся в это, если хочешь драться со мной. Ты искал свое сердце здесь? Оно все это время было гораздо ближе, чем ты думал. Да. Оно было у меня. Реально, оно у тебя было? Ебать. Он сказал, что да. Это Халк сказал? Да. А нахуй я искал? А где оно у меня? Я не знаю, это какие вопросы. У тебя мое сердце было? Ну, написано, что так.
Ну я вроде ничего не крала. Бля. Ну похуй, давай есть. Ладно. Да? Что, нормально хавчик? Да, вкусно. Порядок? Кальмары разъем. Да. Вот так можно понять. Я хотела свечу поджечь, а то это я там. Электронка. А что за хуйня странная? Не знаю, надо ее попробовать. У меня еще для тебя сюрприз есть. Какой? Ну сейчас салатик скушаем. А это моё или твоё, да, бабушка? Лимонад у неё вкусный салат. А мне кальмары понравились. Они типа в него покидали все, что было. Просто клубника, ебать, развит огурцы, кальмары. Да. А мне какой-то соус. А? Хочешь помочь? Не, нахуй. Не хочу, не хочется такое. Нормально. Необычные картинки. Картинки необычные. Ну да. А переходники? Такие бодренькие, по-моему. Она улетела. Конечно. Технологии бодренькие. Мой обычный день. Надо было спасти планету, найти сердце, но оно у тебя было. А ты, ну тебе понравилось? А? Тебе понравилось? Реально? Прикольно. Это прикольно. Так, ладно, сейчас. О, это мы в Дубае. А? Да, это мы в Дубае. Классные фотки подобрали. Ну что, давай за такой прекрасный вечер. Да, за охуенную прогулочку. Ай-яй-яй! Ау! Что все друзья тебе помогли, что хау. Короче, за друзей. Да. За друзей, на. Это правда. Там чат читаешь? А? Там чат читаешь? Почти то. Все. Ну это еще, это естественно еще не все. Поддержишь телефон? Ребята, я в ахуе просто максимально. Что происходит? Какие тут стоят все вокруг просто. Что-то похоже. Могла ли я догадаться, что все произойдет именно так? Нет. Оле, оле! Пока-пока! Они что, уходят? Не знаю. Они тебя заебали? Нет. Так они уходят. Прикольно. Да, здесь круто. Такая атмосферка. Интересная. А чё там, кто сидит? Не знаю, какая-то шпана ебаная. А. Пацаны, съебите, чё вы сидите здесь? Вы чё, подглядываете, что ли? А, вы на футбол пришли? А, блядь, они на футбол. Ну ладно. Ну да, мы же всё-таки на стадионе. Ну да, да, да. Вот на таком огромном стадионе. Это моя группа поддержки была. Если ты не заметил, это был Флэш, ну все, Тор. Они просто без костюма. Ну, они же снимают его, естественно, иногда. Ну, да-да, типа, нельзя же палиться, но это, вдруг они не заметят. Это обычные люди, типа, и... Да. Че? Слав, ну... А? Ну, что это такое? Что, где? Вот это!
это все. А у тебя есть зажигалочка? Конечно, нет. Да. Что, может, потанцуем? Тиктоник. Тиктоник? Ну да. Я не умею. Реально? Да, не умею. Ну ты можешь мне показать, если хочешь. Не, ну может, ну давай вальс. Ты умеешь вальс? Умеешь? Ну, не знаю даже. Можно попробовать, конечно. Можно попробовать? Ну, как будто можно. Ну, типа, большой квадрат, там вся вот эта хуйня. Большой квадрат, как будто вот тут вот. А? Как будто вот тут какой-то очень большой квадрат. Где? Да? Вот это. А ты сюда, да, на каждый день ходишь, типа? Да, да. Реально? Мой стадион. Твой стадион? Все, танцуем? Пока испанцы не съебались. Они как будто не вальс танцуют, поют. Ну там без разницы на самом деле. Ну можно. А? Ну наверное можно. Ну, давай. А это вот давай вот сюда, вот сюда. Прошу, мадемуазель. Чуть-чуть. Я забыла, надо я... Надо было чуть-чуть отдать танца. Я помню, я учила на выпускной этот квадрат, но все забыла. Такая же тема. Такая же тема. Я занимался бальными танцами. Нет. И потом пятибальными танцами, шестибальными танцами. Ну, там все по баллам считалось. Такой ты джентльмен. Так и есть. Так и есть? Да. Что, ты будешь кушать свой салатик? Мне не нравится. Давай тогда давай следующий вопрос. Давай. Ой, какая гитарная. А можно, можно, пожалуйста, салат? Не хочешь. Убрать. Горячий. Горячий. Хочется ну, что-то посерьезнее. Час поздний уже. Согласен. Да. Все, научилась пользоваться этой штукой. Питер-стример? Да. Хочешь завтра постримить у тебя? Меня? Ну да. Вот так уже? Ну, можем у меня. А что ты хочешь постримить? А? А что ты хочешь постримить? Комп ты настроил. А? Комп настроить. Ну да. Ой. Вечерком. Вечерком? Ага. Что думаешь? Думаешь? Мне тоже так кажется. Ты как на мои подписчики соскучился по моим стримам? Ну да.
Жду твоих стримов. А? Жду твоих стримов. Бамбалейро. Я думала, я еще не думала сейчас. Погулять сходили. Чтобы вы понимали, ребята, вот так вот, если пойдете гулять с Вячеславом Леонтьевым, вот такого масштаба получится прогулочка. Ну это, естественно, еще не все. Сейчас мы покушаем. А. Потому что очевидно, что сердце мы нашли, но Халк не побежден. Опа. Сама понимаешь. Надо поставить точку большую. У тебя нормально, что твое сердце у меня? Нормально. Меня пока похоронится? Пусть тебя лежит. Да ладно. Я дам пока тебе. Я отойду. Давай. Мне надо, чтобы мне помогли. Ему сказали, куда мне отойти. Да, конечно. Давай, сейчас стоим. Да, пойди спроси просто, ребят. Обычно после такого женщина уезжает сразу. Пацанам? Че, пацаны, вы готовы? Сейчас мы еще быстро покушаем 10 минут и наш выход. А нам мешай покушать. Футбол смотреть. А? Футбол не мешай. Вообще ебанутый. Вы мешаете, пиздец, брат, сейчас должны смотреть. Ты за кого болеешь? Можешь стол убрать, брат. Пока Дилара нет, я могу сказать то, что я бы, если бы я бы, ну, смотрел этот матч, то я бы делал ставку на Винлайн на нем. Плюс миллион. Да. А, ну надо как стадион отбивать. А, точно, меня же его тоже Винлайн подогнали. Спасибо, Винлайн. А! Ключи, от чего ключи? От Феррари, так что лучше аккуратно паркуй свою машину. Что на ней ездит, не при... брат? А? Ставь нам ее. Думаешь? Надо, конечно. Да, конечно. Не нужна нахуй? Нет, ну тебе не, уже не надо, брат. Дай молодым дорогу. Бро, нахуй ты у меня мобилу спиздил? Брат, у меня, бля, я упал, ну, я понял. А ты, вот ты специально? Скажи специально, брат. А, фух, я подумал, то, что да ты... Да я посмотрел, что там 13-й, понял, вернул, блядь, 14-й руку забрал. Чего за мероприятие? У нас? Прогулка просто дружеская. Я украл, брат. Просто с друзьями время провожу. Кто? Это? Твои друзья с Испании. С Испании? Да. Это Мексика. Эль Прима, Поко. Да, Мексика. Мексика? Чувак, Мексика. Ну, рядом находится в целом. Зачем вы паспорт мой забрали? Зачем ты паспорт забрали? Нет, да, зачем? Ну, чтобы ты нормально с минут отработал, Капитан Америки. Да я шучу, в смысле забрали? Чтобы ты попал на стадион, блин. У вас даже еды нет. Да, еда где? Мы типа делаем вид. Ну, лучше шавуху взять. Можем сделать. Я чисто лаваш так размотаю, значит, тряхну как полотенце, ебать, я внутренности съем, я проще на диете. Думаешь? А тут прям вот так нельзя, да, ничего? Ничего. Ремень у тебя бомба. Он куда ушел? Брат, а он у меня встал, ебать. Делаешь? Конкретно. Туфли охуенные, кстати. Туфли вообще бомба. Носки тоже. В аренду, бро, все потратил на сегодняшний день, бля, все деньги. Это торт? Бро, где костюм? Ты можешь прямо сейчас по щелчку превратиться? Ты можешь прямо сейчас по щелчку превратиться? Сейчас, короче, ребята уедут и работаем. Ну, вот я имею в виду мексиканца. Нормально. Брат, я, получается, по команде могу делать, да? Мы готовы, да. Все, окей, я скажу тогда. Что, вроде нормально? По-моему, нормально. Надеюсь, она не ушла. А вот все, она идет. А? Ты чё? А что я? Ты ничего? Не увидела просто, как этот прическа вся растрепала. А, реально? Ну да. А ты меня снимаешь? Да. А, ну ладно. Ты красивая.
нормально, на самом деле все нормально, что скажу. Более чем. Тебя можешь подлить? Шампанское? Это шампанское. Подлить шампанское. Ну ты не думаешь, что я тебя набухать пытаюсь? Я не против. А, реально? Ну давай тогда ебашим. Что вообще расскажешь? Ну знаешь, сегодня узнала, что мой один друг оказывается супергерой. Реально? Он по-любому пиздит. Нет. Нет, реально? Ну, кстати, да, он не похож на пиздобола. Ты что, знаешь, что это? Догадываюсь. И что, как тебе он? Он меня удивил прям сегодня. Реально? Понравился, да? Пока еще не понимаю. А, сори? Ну, такой, типа, под вопросиком, да? Прикольно. Красивые волосы у тебя. Да? Да. Спасибо. Ухаживаю. Это видно. А? Это видно. Да? Да. Так, секундочку, протру камеру. Или хочешь не протереть? Давай. Разрядился, кстати, пауэрбанк. Натуре? Да. Да. Что сейчас будет? Сейчас ждем, пока ребята в Мексику обратно поедут. А, можно посмотреть? Мне кажется, я не знаю, что они говорят, но типа кто-то у нас еще дышает, они такие, типа, бля, как же заебали эти лобы. Я уверен, они просто так, он с таким недовольным лицом это делал. И если человек меня подойдешь, он ебанут улыбнется. Вот зайди вот к этому, который третий стрел. Подойди к нему, подойди. Подойти? Да, просто подойди к нему с камерой, он начнет улыбаться, смотри, смотри. Вот так вот, опа! Вот он, там слева улыбается. Ну это нормально, что? Почему? Ты ебал из-за мексиканца. Ты хочешь кушать еще? Кушать? Да. Ой, как будто я уже не хочу кушать. А, реально? Да. Как будто не до еды, да? А? Как будто не до еды. Да, налей мне. Да, ну ты можешь выпить. Это хорошая темка, когда типа пьешь, вместо того, чтобы поесть. Ну, обычную воду я имею в виду. Помогает аппетит убрать. Ну, обычная вода. А ты хочешь кушать? Нет, даже не смогу сейчас есть. Да. Я слишком взволнован. Ну, конечно, я это сердце вернул, я весь день на нервах был. Да? Блядь, ну Халк, ну, типа, вся вот эта... Напряг тебя, а, да? А телефонка спиздили, блядь. А ты правда? Да, да. Ага, верим. Так. Знаешь, как сделать человека максимально растерянным? Мне надо? Да. Почему? Ну, потому что ты сделал сейчас это со мной. Есть, короче, один метод, как сделать так, чтобы растерянность ушла. Ага. Давай руку. Типа уходит? Ну да, это все. Мне кажется, он умножается. Не, просто держи руки. Знаешь, реально, не каждый день увидишь. Да, говорю? Не каждый день увидишь мексиканцев. Да, специально прилетели. Сегодня в Москве. Да, да. Специально прилетели человек. Который снят специально для того, чтобы что? Покушать. Да, просто поесть. Правда, салат не понравился, конечно, но...
слышал? Да. Надо спросить, через сколько они это. Нет. А? Через сколько они закончат. Хорошо. Что? Что-то вообще есть какие-то комментарии? Давайте чат почитаем. Целуй. Что нам пишет целуй? Странный. Ну да. О. Блин. А где мое ризотто? Понюхай ризотто. Понюхай ризотто. Ты хочешь поменяться? Я не хочу меняться, но понюхай. Это с трюфельным маслом. А еще нет ризотто? Твое. Все, не твое. Давай. Одно ризотто всего? Слушай, я как будто расхотела ризотто реально. А, реально? Да. Да я тоже вообще в целом. Не, ну не хочу ризотто прям. В натуре? Да. Да я тоже. Ну что, тогда может сюрприз? Какой сюрприз еще? Какой еще сюрприз? Ну как какой? Ну как какой? Как? Ну как какой? Какой? Ну я знаю то, что ты кое-что очень, ну, любишь. Что я люблю? Любишь полный бак. Полный бак. Раз. Раз. О. Реально. Включите полный бак. Бля, да. Я заправил твою сучку в полный бак. Бля! Заправил твою сучку в полный бак. Хоть ещё там мне сказать, не поебать. Не поебать. Не прячу, все равно все узнают. Вроде бы обычный парень, но в штанах несет змею. Я как Доминик Торетто, люблю тачки и семью. Мои птички на кармане. Бля, откуда он узнал мой любимый трек? А меня вообще слышно хоть чуть? А? Я хоть слышно чуть, я ничего не слышу. Нет, тебя не слышно. А реально, нахуй я это вообще делаю? Давай погромче! Прыгаю в этот салон как пробой. Сделайте микрофон погромче, чтобы было слышно, как я фальшивлю. Заливаю полный бак. Не порядок, Славка. Как так? Вместе со спиною. Полный бак. Блядь, это а? Они не могут выйти, да? Идите. Там просто у них обстрел какой-то. Полный бак! Полный бак! А можно ли... А, о, сейчас нормально стало, да? Полный бак, полный бак! Я забрал вообще... свою тачку, полный бак! Его вообще не было слышно. Короче, да, я знаю, мне специально выключили. А? Да нахуй мне надо перепевать, еще долбоёшь? Перепеть, надо перепеть. Перепеть можно, блядь, перепеть! Просыпаемся! Пойдем покушаем, а пацаны исполнят что-нибудь. Давай. Интересно, может, что же они исполнят? Что же они могут исполнить? Ну, включите бит, что ли. Опа. Огромный.
там матч завтра, блядь. Ебать, он прыгает. Я блядь, ты не поймаю, а на горе-то надаю. Ебать, кузнечик нахуй. Он реально умеет распределяться. А я не знаю слов, сори. Цифры на счету, как будто стилс. Я побуду с той, пока я гиб. Ты станешь мною говорить. Сейчас будет самая долбоёбская строчка от Ярика Файнова, ебало. Если рядом со мной тёлка, я называю её шестёрка. А не, сейчас, блядь, ебать. Давай, пацаны! Я заказал дилблина, эксайла и столбана на корпоратив, продаём. Делай, делай! Давай самую ебаную стулочку в мире! Я называю её стёк. Как же я люблю стримить на Твиче, делать дело на Твиче. Я люблю стримить на Твиче. Да, мне не понять, дорогие стримы по плаче. Делай, Люк! Бля! Вот так. Надеюсь, они расслабились, все съебался. Да! Сука, да я фэшн, дева. Надо круто, поеду. Буду найти тачки в аренду. Я здесь, потому что снова не смог отказаться. На посылке нас и Криша должен быть официантом. Не надо, не надо, не надо. Защите! Вот это было классное выступление. Это было классное. С праздником вас! Это было классно, теперь можем кто-то выбрать, кто будет классический праздник. День дружбы. День дружбы. Сегодня день дружбы? Да, сегодня день дружбы, я решил этот день отпраздновать. Стой, подожди, подожди, ты сейчас будешь Саней Фронтейзером? Нет, а кто Алексом будет? Ты будешь Саней Фронтейзером? Нет, не в плане его трек сейчас. А, твой. Я тупой. Нет, я буду снимать, типа, Сани Фронтеймер. Включайте следующий. Эй, Москва! Эй! Прям почти как Дмитрий Ильич, типа. Да. Она слышна! У тебя девочка!
Просто, блядь. Ну, вот и все. Если у кого-то появились психологические проблемы после прослушивания этих треков, обратитесь к почте в описании. Спасибо, Москва, большое, это был Райан Грону. Спасибо, Спарта! Спасибо, отец Спарта! Арена. От Арена спасибо! Арена открытия, спасибо! Вы лучшие слушатели! Можем поесть? Да, конечно. Что примечательно, так это то, что тебя смотрят две таких арены прямо сейчас. Да, сколько? Это 20 тысяч? По-моему, 30 тысяч, ну не знаю, типа, мне кажется, 30 тысяч только. Сейчас онлайн 66 тысяч. Ну, ого! Нормально, ебать, сильно нахуй. То есть, ну, можешь представить, что две заполненных таких. Ебать. Это... Блять, не работает. Можете мой паспорт отдать, пожалуйста? Да пошел ты нахуй, нет. Сиди до вечера, блядь. В конце мероприятия. Бро, когда ты работаешь свою смену, иди что-нибудь спой, держи микрофон. Раз, раз. Что с микрофоном, кстати? Раз, их включили просто, я понял. Ну что? Так что, завтра стрим? Ну, можно, наверное. Ты, ну, у тебя дома, да? Давай. Да? Ну, я пораньше приду, подготовиться надо будет. Окей. На часть крыла, да. Ну, не знаю, два как будто слишком долго. Думаешь? Ага. Нормально. Ну, в целом, как тебе все понравилось? Ну, ты спрашиваешь. Реально? Ну, конечно. Какие планы? Ну, дальше? Не знаю. Может, что-нибудь придумать. Я думаю, мы сейчас все заснимем TikTok. Думаешь? Да, я уже придумал даже какой. В натуре? Да. Реально? А потом что-нибудь придумаем. А потом типа... Ну... Опа! Да, я был. Сейчас TikTok мы снимаем. Ты что, снимаешь TikTok? Нет. Давайте его снимаем. У меня, кстати, дома ебанутая стена есть. Для тиктоков. Стена тиктоков? Да, она раскрашена охуенно. Ну, надо смотреть. Ебать, это вкусно? Да. Вот это охуенно. Я советую тоже непонятную рагу попробовать, да. Она очень вкусная. Да. Мне так понравилось быть чайничкой в виде оператора. Понравилось? Да. Чат. Как вам моя съемка? Концерта сегодняшнего на вот такой вот арене, которую вы сегодня заполнили на X2. А? Топ 10-10. Ура! Попробуй вот это. Да, попробуй. Она выглядит не красиво, но она вкусная. А что пробовать для этого? Если хочешь картошку, то вот это. Если хочешь гребешок, то вот это. Можно паспорт, пожалуйста? Все к Джарвису. А? Тебе к Джарвису. Блин, нужно очередь из страны выход. В Америку. Спасибо. Это хуйня, я честно говоря. Попробуй моё. Хуйня? Давай бросим музыку. Ты же не 1.50 ты забрала, да? Нет. Хочешь вырубим музыку? Как лучше? Что, может, заканчиваем? Ну да. Ну что, поедим? Сам. Хочешь вырубим музыку? Ой, что, не уходите! Не уходите! Не уходите! А можно музычку попросить? Ну, бля, нахуй музыку вашу ебаную. Алло, можно?
Все, ну, вот так, да, можно... Спасибо, вот просто музычку выключи. Ну что? Ты лучший друг. Я лучший игрок? Да. Вы что? Да. Пиздец не стал. А? Стой, не уходите. Не, пацаны стоят. Не уходите, ребят. Вы лучше там. Спасибо, что были сегодня. Ну что? Смотрели «Властелин колец»? Я думаю, может быть... Смотрели «Властелин колец»? Я сейчас делаю кольцо и сейчас. А, выключись. Нет. А. В смысле, я не исчез? Нет. Ну я наебал, я свой хуй не исчез, это же Картье, бля. Сюда пошел? Ну да, чуть-чуть решил раздать. Спасибо, ребят, что поддержите, спасибо, что смеялись своими шутками. Всем, кто здесь. А инвестор в чате? Спасибо тебе большое за вот такой день. Интересно. Слушай, да тебе спасибо. Не знаю, как дальше будут дела обстоять, но... Ну, это уже без тюрьма. Я думаю, знаешь, что-нибудь обсудим. Угу, я думаю, да. К чему-то придем. Ну, по-любому. Ребят, тут еще все твои. Куда-нибудь, может, сходим опять все вместе. Это же без тюрьма, да, ты прав. Паш, ой, точнее, инвестор, а я могу рассказать про события, которые... На август. Скажи, да или нет? Пока еще не можешь. Ну и пошел ты нахуй. Плохо. Ладно, извини, там нормально чел. Блять, обидно. Нет, нет, нет. Что нет, в смысле, что нет, пошел, типа нет, пошел ты нахуй. Короче, ладно, и просто иди нахуй, реально. Да все в целом, что. Спасибо, что согласилась со мной погулять. Спасибо, что... Мне очень нравится это время. Спасибо, что позвал. Мне тоже понравилось. А вам спасибо, что смотрели, получается. Че, всем спокойной ночи, сладких снов. Увидимся, наверное, завтра. У меня. Да, всех зову завтра к себе. Завтра Дилара. Не, в смысле всех зовешь, ты только меня позвала. Или ты всех зовешь? Только тебя. Так что увидимся все завтра. Спасибо, что провели вечер с нами, было круто. Был пиздец разъем, если честно. Так, ну все. Последний раз чек локацию. А? Обнимемся, говорю. Ну, можно. Давай.